Всем привет, меня зовут Миша Иосифов, я живу в Палестине, и это внеплановый ролик. Но супер важный, так как по факту разоблачает человека, несущего дезинформацию в массы с целью подстрекательства и распространения ненависти. Познакомьтесь, это Катя Гордон, которая с 7 октября серфит на волнах хайпа за счет невинных жертв террора. Как именно ей это удается? Вот один из примеров. Это буквально ее вчерашняя история. Ужасные кадры, как израильский полицейский бьет ногой по голове мусульманку в городе Иерусалим. За что он ее ударил, в кадр не попало. Короче, чтобы поддерживать ненависть к евреям, Катя Гордон на свою аудиторию, а это секундочка, 1,2 миллиона подписчиков, просто обрезает видео. А я вам покажу его полностью. Речь идет на самом деле о ножевом нападении на полицейского. Посмотрите-ка еще раз в замедленном режиме. Стоит полицейский, человек в хиджабе, непонятно, мужчина или женщина, наносит 3 ножевых удара, прежде чем полицейский успевает среагировать. Ну что ж, остается пожелать удачи председателю Московской коллегии адвокатов Давиду Машкову. Иск уже подан. Наказать Катю за разжигание межнациональной ненависти и экстремизм. А тем, кто верит в ее ролики, перестаньте таким псевдожурналистам позволять срать в ваши головы. Вы становитесь похожими на... А самой Кате Гордон я посоветую переименовать свою страничку в Катя Пропагандон.